Привет, друзья! Меня зовут Алекс, и мы с вами в игре GTA 4 стоим на крыше старого казино. И где-то там под нами прячется крыса Пигарина. Где-то прячется этот крысюк. Где-то он тут прячется. Не ходите, я сказал. Нифига он нам прописал. Очень странно на самом деле. Очень странно. Вот он здесь на лестнице стоял, но здесь ничего нет. Здесь ни члена нет. Там кокнули чувака, тут кокнули чувака. Там, сям. Я вообще что-то не могу понять. Вот эта дверь, главное, не открывается. Почему? Откройся. Неужели надо спускаться вниз? Через крышу раз и прошли. Там, в принципе, можно было бы, по идее, и спрыгнуть. А здесь у нас куда лестница? Подожди. Я ее пробежал уже, да? Ага. А, здесь у нас лестница в воду. И здесь тоже лестница в воду. А давай посмотрим, что здесь. А здесь нифига интересного. Нико, поднимайся. Странно на самом деле. Ладно, будем через вход заходить, потому что с крыши падать я не хочу, тратить здоровье. Тут еще кто-то остался. А, вот лежат, да? Вот он вход. Блин, ну это дичь какая-то, если честно. А, вон он откуда стреляет. Подожди, я чуть не вижу. О, вижу. Теперь я все вижу. Куда ты побежал, Скот? Стучать побежал.
Лежать. Ужасное казино, ужасное. Но я почему-то не удивлен, что брошенная сюда граната ничего толком и не дала, потому что здесь, в принципе-то, и нет никого. А-а-а, вон оно что. Нужно теперь сюда идти. Блин. Догоните пидорину. А он бежит на крышу через ту самую дверь. Он... Ух, нифига, вот это кино. Вот это кино. Давай, Нико. Нико, давай. А, на несколько раз нажимаю. Давай, давай, Нико. Давай. Блин, я чуть пробел, не продал. Красавчик! Красавчик, блядь, заново задание проходить. Ух. Мне, короче, уже просто нечего сказать. Это задание меня просто взбесило, я не знаю, мне просто реально нечего сказать. Yeah.
И одну ракету оставим на тех уродов. Давай, давай, запрыгивай, блин, достал. Блин, ну через верх лучше их убивать, однозначно лучше. Лучше, легче. Не знаю вообще. Отвратительно, отвратительно, блядь, он каким-то хером определяет лестницу мотоциклом, блядь, транспортным средством, к лестнице, блядь, а не на мотоцикл, а? Это вообще, не знаю, ни в одни рамки не лезет, вот это, блядь, конченый дебилизм. Класс, вообще угар. Ну заберешься ты, нет? Да заберешься ты или нет? Не хочу даже читать, надоело уже. Ах, да, я забыл, что еще вот этих надо убить. Ну отлично, теперь можно спускаться. Ой, как это муторно, бля. Ну это даже проще. Проще вот этих вот чмырей проходить, чем, блядь, на этот мотоцикл садиться. Это просто дебилизм. То, что здесь история охерительная, это одно. А то, что здесь скрипты могут быть корявыми и ублюдочно выполненными, это да, это... Тут вообще ничего... Ничего не скажешь, вот реально ничего не сказать. Уже лодка гудит, как будто он уже в лодке сидит, этот упырь. Ну может ты слезешь? Еще мышка ни хера работать не хочет, а? Кнопку хрен прожмешь, блять, надо всей пятерней жать на одну кнопку мышки, а? Наконец-то.
Они что, специально мне под колеса бросаются, а? Короче, можно не стрелять, ни хера не делать, блин. Вон этот тупырь. А может быть вы его подстрелите, а? Блять, ну я не знаю, у меня настолько у меня руки не настолько мандражные, блять, чтобы этот пробел такой скоростью нажимать. Теперь еще. Бля, 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 бля. I smell his blood. Now it is only a matter of chasing him down. See, Nico, you're going to forget him now. There's no way he's down low. Thank you both for helping me with this. Бля. You get the rascal. Так правильно я все сделал или что? Он с этим уродом. А, в него попасть невозможно было. О, боже. Блять, ну как его догнать-то, ёптить? Сучара, а? Сколько я на тебя нервов убил? Урода, блин. Блин. Ну что ты, петух? Me. Это говно. You're not looking so good there, Jimmy. Screw you. What the fuck did she ever do to you? I wanted you, you immigrant dipshit. Big talk. You want to know something funny? Not really. The commission, the old families. I know some of those guys, and they thought you were a fat fucking joke. Whatever. A joke. Мне кажется, что тут речь шла не о шутке, а о клоуне. Блять, ну грустная история, вообще звездец, просто пипец. Yeah. You did it. Really? I don't know. What did I do? But we're done. Now we can start making money. Freely. I suppose so. We won, man. We won! Какой ценой, Роман? Победили мы, выиграли. Какой ценой? Он единственный не понимает, о чем вообще речь идет. Со стаканом кофе.
Блин, ну вообще звездец просто. Жесть! У меня вообще нет слов. Вот такая концовка, в принципе, у нас получилась, друзья. Я думаю, что надо будет перезаписать еще убить Дарка Бревича, не убить Дарка Бревича. Хотя, в принципе, мне кажется, на финальную концовку это не будет сильно влиять. А вот по поводу отомстить или взять деньги, это нужно будет проверить. Ну а на этом мы закончим основную линию сюжета, так сказать, и эту серию. Благодарю вас за внимание, друзья. Не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны. Нажимайте колокольчик, нажимайте в колокольчике показывать все уведомления, чтобы вы были в курсе всех новостей канала. Ну и, конечно же, вступайте в паблик ВКонтакте. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Свое мнение пишите в комментариях по поводу вообще основного сюжета нашего прохождения. И вообще все, что вы думаете об этой игре. Потому что, в принципе, мнения неоднозначны. Интересно, что вы думаете об этой замечательной, в принципе, на мой взгляд, она реально замечательная игре. Игре, блин. Все, короче, язык заплетается с этим пигариной. Просто себе все нервы вытрепал. Вот, друзья, увидимся с вами в следующих прохождениях, стримах и, конечно же, в паблике ВКонтакте. Всем удачи и до встречи!